Итак, всем привет. Меня зовут Денис, вы на канале Fred Davis Play. И мы продолжаем играть в игру под названием «Петля времени». Надеюсь, что сегодня будет наконец-таки финал. Потому что в прошлой серии мы реально облажались. Ну, по крайней мере, я. Вы-то здесь ни при чем. И... получается, мы наконец-таки нашли способ, ну, по крайней мере, в принципе, он и был понятен, как достать Алекса. Просто я не знал, куда там спрятаться. Главное было не спешить, конечно. Жалко, что это просто потеря времени была нереальная. 1.5 часа было видео. Это просто ужас. Итак, что у нас получается? Сейчас, секунду, включу. Включу таймер. Мне просто интересно, сколько времени у нас... Да что такое, чтоб тебе? Пальцы не слушаются или таймер не слушается. Точнее, телефон. Так, поехали. Ну, наконец-таки. Ой. Так, ладно, в предыдущей серии мы, получается, все узнали. Как, что, кого, куда. К тому же я пересмотрел одну серию там. Для чего? Для того, чтобы посмотреть и понять, какую функцию мне необходимо сделать при фейерверках. Ну, чтобы они именно подорвали этого сукина сына. Так, на данный момент мы должны попасть сюда, правильно? Да-да-дам. Убить и испортить фейерверки Фрэнка. Мы придем и испортим фейерверки Фрэнка. Потом мы попадаем вот сюда, в комплекс. Делаем тут бяка-бука. Потом мы топим тех двоих. Я надеюсь, у меня получится так же самое. Стрельнул и застрелил их. Но. Здесь есть какая-то комната. Мне интересно. Я в нее не попадал. Для того, чтобы в нее попасть, мне необходимо вот это. Потому что по-другому я туда не допрыгну. Здесь у нас все в порядке. В принципе, да, оставляем так. Ну, это понятное дело так. Ну, и это то же самое, в принципе. Ничего там такого. Прыжок. Но здесь нам не нужен прыжок, правильно? У меня есть... та штукенция. Существенно снижает полученный урон. На... что там? На пределе. Максимальный запас энергии существенно увеличен. Максимальный запас энергии. А у нас... в принципе, энергии не будет использоваться. Вы еще быстрее восстанавливаете здоровье. Это не надо. Ну, давай вот это, наверное. Нам энергия нужна будет с той частью, там, где начнут волки со всех сторон лезть, то там надо будет, да, энергии побольше. Для того, чтобы вот эту штукенцию увеличивать. Броню. А ну, сейчас описано. Описано, где она? Вот она. Наносит урон противнику при... что нанося урон? А, нанося урон противникам при активной эффект. Вы восстанавливаете энергию. Немного энергии, это хорошо. Эй, не то. Хотел так посмотреть. Вы становитесь крепче. А ваши удары кулаками и ногами больнее.
А я не использовал ни разу ноги и кулаки. А, то бишь, получается, если наносят в этой штукенции мне урон, он не уменьшается, да? Стиль эффект увеличит наносимый вами урон и одновременно защищает вас от ранений. Нажмите, чтобы включить или выключить эффект. Пока эффект активен, все ваши атаки наносят дополнительный урон. Эффект также действует как броня. Поглощает полученный вами урон. Ага, пока действует свиток, полученный урон. Расходуется энергия, это понятно. А не здоровье. Понятно. Получается, все, я понял. Ну да, тут бы пулемет бы иметь. Тогда получается, что... Да, возьмем на последний бой. Получается этот аффект, да? Аффект и вот это, наверное. Так как. Хотя там, конечно, в пивнушке можно было бы вот этим шмых. Хотя по-другому мне похрен, я там все равно всех перевалю. А вообще мне интересно, как отключить. Как отключить сирен? Так, ладно. Все, разобрались, что делать. Куда, чего, зачем. Сюда. И поехали. Будем надеяться, что не лагнет. Как, в принципе, это обычно, это бывает. Причем что-то очень довольно-таки часто. То свет вырубят, то еще что-то. Ну, где диалог? Почему не пиздим? Да ладно. А как так? Диалога нету. Сюда я не пойду. Тут лагает. Не хочу. К тому же все равно мне другую сторону. Ничего. Все нормально. Тут. Ждите особого гостя. Слушайте и наблюдайте наше перерождение. Ждите особого гостя. Не. Там их, наверное, толпа. Тихонько, я сказал. Ух ты, какое страшное. Я такого не видел. Так. Вот здесь. У нас... Бяка-бука. Все, тихонько и хорошо. Никто ничего не знает. Ой. Все, за слева лезем. Так, этот у нас есть тут кто? Сейчас. Ну что-то один. А, вон он второй. Да что они так подпрыгивают, как пружина? А ну, а что это покажет? Или это урон такой получается, да?
И дубль 2. О, вот этот отдохнуть прилег. Так. Не так, а за гроши. Тихо там. Все, сыбас. А ты ходишь еще, да? Вот сука. Бегай тут, блядь, понимаешь. Я. Входи. Какой труп, там ничего нету. Он исчез. Ну и... Ладно. Так, мне надо туда закинуть граната. Граната мне надо туда закинуть. Фью. Граната. Эх! Почти, чуть-чуть повыше. Эх! Годится. Так, теперь мне надо вот так вот. И раз, и два. А чё, и три не сделалось? Ага, два раза-то я не прыгнул. Ладно. Раз. Два. О, три. Так, совершенно. Ну, а что он делает? Прикольно. Вот, блядь, это отлично. Ну, не жадничай. Да ладно. Находясь в воздухе, я что, блядь, могу там замереть? О. Как я организую свое время? Ну, у меня есть распорядок важных дел. Как-то так. Мой личный, очень секретный, никому не скажу. О чем я больше всего сожалею? Ради работы я... Не понял, там что, пустота? Будет жаль, если ничего не... Нет, у меня получится. Должно. Когда я понял, что у меня уникальное видение, ну, в детстве я очень боялся, да, что там я пустота. Самый обычный. Хотя лучше это вырезать. Сейчас опять залезу. Ага, нельзя. Все понятно. Все? Да, все. Обидно. Ладно, потом посмотрим, что там за умение появились. Так, мне вот туда. И вот туда. Эй-я! Недолет. Маловато, что-то он перелетает. Так, это мое, это мое. Это мое, это мне и так мне, прекрасно. Это мне не нужно уже. И раз, не попал. И два, попал. Что тут кто-то есть? Нет. Все равно не было настроено на медитацию. Ого. Медитер. Тихо. Хопа. Труп. Не? Не. Ля, он как-то снизу дальше перемещается, чем сверху. О, там их два. Да вот так вот. Пиу. Отличное умение. Обожаю его. Так, сюда. И вот так вот. Бум. Да это круче, чем бум. Убить это окей. Сейчас. Сейчас я соберусь. Сейчас. Что-то мне руки вспотели. Ладошки потные. Потные ладошки. Ах ты. Да у тебя сколько я раз? Получается 12, 2 выстрелил, да? 10? Обалдеть! 10 раз! Это труп? Это труп. Да, кто-то тут поработал.
Готов. Начать и кончить. Фью. Нет? Фью. Гвозди. Нахуй тебе гвозди вообще нужны? О, каски. Так, мне туда, наверх. Мне та твянь. Мне наверх. Подожди. Ой, а ну еще разок нажми. Доброе утро, искатели. А? Начинается наш первый день. Так, откройте. Не просто первый день петли, а первый день нашего пути. Наше духовное путешествие. Я готов! Я жду! Пусть будет больно! Два пути переплетаются. Бля! Не попали. Каждый день мы будем переводить взгляд. Плесня и анархия будут уступать место размышлений. Блин, он там стоял. Искатели, вам наверняка интересно, как мы отправим наш первый день хаоса. Не понял. Это ж баллон. Ебать, не попал. Попал. Он здесь, потому что я хочу. О, да, детка. Что ты делаешь? Таков мой путь. Так, Давай. Надеюсь, это не Кольт. Кольт. Так, там если и нет. Не с места. Кольт, это все ты не с места. Не с места, Кольт. Сейчас. А я ж могу переместиться, правильно? Или нет? Хуя, я не допрыгну. Вот так допрыгну. Все нормально, тихо. Не суетись. Чувак упал. Долбаные наркоманы. Только дай. Кого тебе дай? Тихо, тихо. А? Надеюсь, это не Кольт. Они могут? Ого, они могут. А, не, они не могут. Так, я сижу прямо возле, блядь, динамита. Сюда они не запрыгнут. Максимум, это надо туда зайти и открыть дверцу. Дверцу. Дверь не запили. И... Оп! Подожди. Подожди. Я вижу предателя. У меня что, одна? Как это одна, блядь? Ничего. Я сижу, блядь, возле бабахалки. Ебать, да сколько вас? У вас было меньше. Труп, похуй. Тихо. Ох, ебать, повезло мне, что не ебанул. Передатель. Жесть, как она есть. Ай, что-то кусает. Что-то они сами нагинаются под пули. Что вас так откидывает? Все. Ти. Как два пальца об асфальт. Так, мне нужно туда. Ты не увидишь черту, пока ее не перейдешь. Вот так вот. Теперь сейчас, подожди. Мне просто надо было это сделать. Так, теперь нет. Вот это. Хуяк. Да ладно. Блять, давай. Открывай дверь.
Никогда не открывал. Давай, 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 давай. Стой. Ебать, как хорошо. О, да, детка. Это минус, конечно. Это ж... Надо перезарядить! Перезаряжай, блядь. Она что, упала? Слышишь? Уху, нормально. Я боялся, побою. Нельзя? Что ты нахуй делаешь? Я ведь здесь был. Умри, мазафака. И шо? Это моё, это моё, это моё, это моё, это моё, это моё. Не на... Нахер не надо. Это моё. И давай это возьмём. Что-то такое. Улучшение сумма. Замедление. Не понял. А ну открыть. Сплетение медленно отходит энергию, это обалденно! Хотя мне, блядь, да пизды. А что можно было? Что можно было? Ой, взять, извините. А вот так вот. Все. Все старое, ничего нет интересного. Так, а что у меня там высветилось? Что-то, что-то, что-то. С компьютера, вот это мне светилось. А, это мое следующее задание, все, я понял. Все, уходим. Показалось? Думал, тут кто-то есть. Какая классная эта штука. Особенно, ой, закончилось. Особенно когда сваливаешь. Фью. Все, двое уже готовы. Ой. Да. Отлично. Окей. Спи спокойно, потом к огне, отлично. А где тут умение, что-то так пальцами, вот оно, пальцами стоит. Значительная часть познания паскуда. Шо? Ополняет ваше бедро. Секундочку, секундочку. Значительная часть поразивших вас пуль пополняет ваш боезапас. Это как, сука, он что, всасывает их в себя или что? А потом высирает? Чё-то я не пойму. Ну, мой боезапас, соответственно, я понимаю. Но это, блин, бред. Ну, честно. Ну, умение прикольное, но, блядь. Такое выдумать, это просто капец. И где-то еще у меня было... А, ваша энергия восстанавливается моментально. Ваша энергия восстанавливается моментально. Это как так? Чудеса науки. Это чё за умения такие, блин? Если ваш запас энергии... Энергии, именно энергии... Иссяк, слитки будут очень... понемногу тратить ваше здоровье. Не, спасибо, это хуйня. Это что попало? Вы еще больше... Это понятно. Вот это мне вообще... Ген, вот это вот. Интересно. Сейчас, во-первых, улучшим его и посмотрим в следующей серии, что... О, в следующей серии, в следующем бою. Оу, а я забыл, сюда вообще ничего не поставил. Прикольно.
Так, во-первых, не вот это, а вот это. Вот сюда улучшить. Так, это у нас что? Пораженные сплетенные определенные стихи, соединенные с тем, кто находится рядом. Ну, это, соответственно, оно и есть, эта функция, в принципе. Вот это... По большому счету, вот это все самое интересное. Ну, вот та ерунда, что, типа, тратить меньше времени, типа, ну, на дольше, ну, нет смысла. Так, мне сейчас надо тупо запрограммировать и все. Ну, в принципе, вот это умение, вот то, что надо. И вместо вот этого можно вот это умение. Да, жалко, тут ничего нет, конечно. Ладно, хорошо. Окей, это ну что? Максимальное здоровье, связанное речи, максимум здоровья, это хорошо. Восстанавливаете гораздо больше общего здоровья. Это существенно. Давай вот это возьмем, да? На максимальный запас энергии существенно увеличен. А где? А где? А, вот оно, да? Восстановление. Ваша энергия восстанавливается моментально. Давай вот это. Ваша энергия восстанавливается моментально. Момента. Уморе. Берем вот это. И... Нет, на перделе это не то. Вот оно. Насытить. Ну, попробуем, посмотрим. Мне просто интересно. Так, сюда забегаем. Кучность выстрелов. Начинающий урон повышается, это понятно. А что у нас здесь? Подождите, вот оно. Открытые раны. Это кровоточит. Хорошо. Это что у нас? Кучность выстрелов, максимальный запас магазин, короче, большой. Школьный огонь. Серьезно увеличивает скорость стрельность вашего оружия. Нет смысла. Враг получает урон и значительно теряет энергию. Быстрая перезарядка. Давай посмотрим, что у нас осталось, правильно? Что у нас есть? Не использовал. Замедляющая сила. Так, наносит урон противника сильно замедляет начало восстановления его здоровья. Окей. Расстояние, на которое ваше оружие наносит... полный урон значительно увеличил. Вот это отлично. Вот это ставим обязательно. Ага, поставил, блин. Не увидел. Пули пробивают. Вот это интересно. Вы прицеливаете самого быстрее, это нет смысла. Враги получают урон, они значительно теряют энергию. А, у нас такое там где-то наверху есть. Понятно. Так, вы прицеливаетесь намного быстрее, это что-то в одинаковых, ну да. Точность всех ваших прицельных выстрелов серьезно увеличится. Ну давай это возьмем, да. Небо на урон, конечно же. Нету, ни хрена нету. Ладно, давай вот. А, это я поставил. Да, чтоб тебе. Ладно, пусть будет так тогда. Ля, какой прикольный. Реально уматный. Так. Это сделали. Это есть. Блин, жалко, больше 4 гранат нельзя. Так, сейчас проверим за одну энергию. И сюда. Так, поехали. Сейчас посмотрим, что это за
быстрое, не, как-то, ну да, быстрое восстановление, там, ее моментальное. Давай на чистоту. Ты выпустишь чудовищ, Алексиса, Чарли, Фию, Винзе. Они не уничтожили планету только потому, что заперты здесь. Мир переварит Чарли и компанию. Хотя чего я? Тебе насрать, что там снаружи. Но тебе-то нет. Остановись, подумай. Ты ошибаешься? Я не меняю убеждений. Бля, бежать, бог знает куда. Да что ж такое-то, а? Ёлки-мотор. Сука, меня это всегда пугает. Да, восстанавливается энергия, конечно, быстро, но не моментально. Скажем так. Нихера себе. Охренели вообще край. Ну шо, попробуем? Прикольнемся. Хуя. Ох, тема, ебать. Реально все восстанавливается. Просто жесть, огонь. Бля, все на этот самый. Хтыщ. Хе-хе. Вот его скала, поехали. Энергия. А вот этого я не ожидал. Здесь это не Кольт. А как он там? Как я вообще не видел, начнем с этого. Хопа. Бля, я там тебя не зайду, да? Тема. Твой выход. Бля, Шон. Дернулся и упал. Все? А не, он бежит. Уже не бежит. Тихо, подожди. Ай. Да ёпты, шо оно все попадает, блин? Значит, энергии надо было тебе насобирать. Не то, блин. Бля, еще не сбил. Да идите вы. Не пью я. Все? Дай. Тут нету мин. Тут для меня мина это... Это пиздец, без выражения. Так, нам... Нам надо сюда взять... У нас вот там это есть чувиха. Герл. Ебать, я услышал такой хребет рус. Я что, самого спине заболел. Не понял. В одних трусах. Фу, как некультурно. Ага, дважды-то я не прыгаю, а я тыкаю. Так, как-то оно отключается ж в принципе нормально, правильно? Ага, как-то нормально отключается, оно должно получается в этой комнате, в которую попасть невозможно, да? Ух ты, блядь, дважды еще не прыгает. Ага, вон. Так, подожди. Тихо. Кто там? Ебать. А вот это проблема. Во-первых, мало то, что не достать, а во-вторых, там же тумблер, да? Или что там? Блин. О, точно. Есть, конечно, идейка. Она безумная.
И я. Не сработало. Да? Эй. Кто-то тут. Нету. Тут? Нету. Там? Там есть. И тут нету. Не понял. Секундочку. Что-то здесь нечисто. Наверное. Или подо мной. Или надо мной. Вообще, вот там это есть же. Там я не помню. Да. Там тумблер, кажется. Бля, кто-то шарится. Сейчас не надо. Вот я жив, кто-то шарится. Где ты? А я задумал, где он? Так, что делать, а? Что делать? В труселях загорает парень. Правильно, что? Не попал. Я не понял, ну вон она, да? Ну. Все. Валя. Пил. Тихо, чуть не убился. Чё ты, блядь, залезть? Так, вот это берем. В принципе, какая разница, правильно, зачем мне его? Мне ж без разницы, я все равно кодирует только. А я не могу эту руку взять, да? Пятерка. О, чё, она не выделялась. Так, не сюда. Ой. 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 Лёп. Лёп. А, я не могу поставить его. Да, я могу только бросить. Пил, пил. Тихо? Да, тихо. А, где он? Вот. А почему я не могу установить? Ладно. Придется взломать. Ой, не поломать, блять, а взломать. Я что-то забыл. Да ёб. Так, ладно. Аж. Тихо. Ух, как близко всем. Что перепрыгивает? 9. О, бля. 7. Тут бы не перепрыгнуть. Тихо. Нормально. 6. Ха-хей! Чпунь. Есть контакт. Все, побежали. Вау, перелетел. Короче, вот это восстановление, это все. Да, пизды. Быстрое восстановление. Все это херня. Надо делать. Ой, надо ставить этот самый максимальной энергии, и все, будет прекрасно. Дальше поехали. Окей, окей, да хорошо. Это сейчас мы будем топить влюбленных. Так, заходим сюда. Вот это хуета, извините за выражение. Максимальный запас энергии существенно вот это вот. Да, вот это. Вот это очень хорошо. А что еще я взял? Вот это я еще взял. Что это такое? Если ваш запас энергии иссяк. А, не, херня.
нахер это у нас есть или нет? Вы получаете намного меньше урона от попаданий в голову. Заметьте. А в какую не указали. Ладно. Так, это мы топить, да, это вот это. Это надо? Да! Да, это надо. Поехали. Ох, и максимально увеличился запас энергии, блин. Ты же знаешь, что ты один из нас, ты идеолог. Догадался, и в курсе, что это значит. Разорвешь петлю, и что потом? Ну, мы все уберемся с острова. Извини, но нет, мы все просто умрем. Ты этого не знаешь. Может, аномалия схлопнется, и мы все погибнем. Может, за пределами острова уже и нет ничего. Может, из петли выйдешь вовсе не ты, а один из этих твоих тупых двойников. Mm-hmm. А может... Наступит полночь, и 9 идеологов останутся... В жизни много чего может быть, но такова жизнь. У нас мало шансов. Как всегда. Сделаем харакири. Интересно, что ебать. Что? Ты что? Они вернутся. Да, конечно, блин. Хер тебе в ухо. Не вернутся они уже. Не понял. А, понятно. А тут никого нет. По идее, она не должна появиться. Я имею в виду Джулиана. Правильно? Вау, как быстро. Открыть. Вперед, вперед, вперед. Забрать, чтоб не мозолило. Так, 16. 16. 11 41 где-то здесь, где он есть, вот он, и 04. Пошли. И есть такое дело. А если я перемещусь, оно переместит меня нормально или убьет меня? А? Да лучше вот так вот, то хрен его знает, может, действительно убьет меня. Вау, как быстро и прикольно. О, блин, я не то взял. Сука, я не то умение взял. Блин. Так, это усилитель у нее. А у этого прыжок. Сука. Сука. Поближе станьте, пожалуйста. Есть контакт одна. Блять, проебал. Трубопровод делает свое дело. Ёпта, ты что там, застрял или не пойму, или что? О! Блин. Застрял реально. Так, сюда. Сейчас пойдем, пойдем, соберем мы все. Опа-ля. И это тот же самый. Да? Открыть. Шо это, шо это, шо это? Все простило. Получаю рун, вы более. Вы больше не теряете энергию.
Не понял. Это не активированы, да? Активировал. И что? Не смысл. Я и ничего не. Какой-то. Получая урон, вы больше не тратите энергию при активном эффекте, но при этом сам эффект быстрее расходует энергию. Где логика? Вы не теряете энергию при активном эффекте, но при этом расходует быстрее энергию. Типа вас нельзя подбить. Ой, подбросить, отшвырнуть или убить. Блядь, о, трагедия, елки-матал. Че за ботва, блядь? Что здесь? Это уже было или максимально? Это можно поменяться местами или что? Хуе. Что новое? Мое. Мы забираем. Сейчас посмотрим, что там. Мое. Хорошо, дроповик, не интересен. Мое. Выбираем. Идеологи, мать тебя, шлёп. Это что? Вышло. Пуф-пуф. Это может быть, конечно, интересная штука, но... Не для меня. Where? Да. Ага. Хуй на нем. Ладно, там есть сверху. Тихо, чё ты? Каток. Вверх. Як? Я что, промахиваюсь? О, есть такое дело. Так, подождите. Ага, это дальше. Сюда, да? Да, сюда, вон он выход. Хуй, это не выход. Повышает кучность стрельбы. Блин. Ой. Не то пальто. Тихо. Где оно? Там перекиньте. Это этот сам. Повышает. А тут еще. Кучно бью. А ну-ка. Ого. Дробилка, конечно. Хо-хо-хо, разброс, да? Тут и там. Ну, как фугас работает, короче. Похер. Это прикольно, то, что будет кровоточка. Пить. Топ, ёпта. Ой, блин, зачем я это сделал? Начинается, запирая замки. Прорыв контура безопасности. Дверь открой. Все. Давай возьмем сейчас хоть что-нибудь. Во. Ой, ё-моё, так близко. Фух, это вода была, блин. Я бы сейчас утонул бы нахрен. Никто мне не помог. Ну да, чуть-чуть быстрее восстанавливается. Это тоже не трагично.
Уи! Так, это есть. Сейчас посмотрим, там получается у нас что у нас там. Там. Вот эти две, да? Да хуй. Что это такое? А, ну да, смена получается. Да, меняются места. Нет смысла. А, вот это что такое? Куча собственно. Навскидку значительно повышается. А как навскидку можно? Навскидку. При получает урон и значительно теряет энергию, когда вы. Понятно. О-о-о! Уже 50 минут играем, ничего себе. Это да. Нет. Будем играть до конца. Серьезно, увеличивает скорость вашего оружия. Магазин вашего оружия. Вот это интересно, магазин. Для сейчас только поехали. Все, последнее. Последнее, товарищи, ребятушки. Последнее. Так, здесь мы берем. Вот, где оно? Вот это. Здесь, не знаю, надо брать этот или нет, бастион, ну смысл с него. Зачем? Нет, я не вижу в этом смысла. Вообще, честно. Это не знаю. Может лучше этот взять? Как по такой поносимый. Поинтереснее. Просто я не смогу тогда тихонько пробраться туда. А надо ли мне тихонько туда пробираться? Просто расстреливать их, да и все, и хер с ними. Ну хоть когда-то надо же экшен немножко получить. Так, вот это мне, наверное, кажется, мне звонят. Сейчас.